Здорово. Привет. Да, привет. Слушай, я видел, ты про меня видео снял. Что, что, что? Ну, я вот видео посмотрел, которое ты сегодня сделал. Мне хорошо слышно? Да, слышно хорошо. Ну, так вот, я вот посмотрел, да, про Макс, да, видос вроде был. Да. Слушай, ну, я про то, что для меня я потом под конец скажу, а сейчас интересно, а почему ты именно к нашему полку привязался с этими читерами? Еще раз не пойму. Подожди, давайте, чтобы сейчас расставить там все точки, да, чтобы понимание было у нас. Я пришел к вам по приглашению замкомандира, да, Рамзес. Да. Да, вот. Разговор этот будет записываться, вернее, перезаписывается, для того, чтобы избежать всяких недоразумений и провокаций. Вот. Я так понял, мы хотим поговорить на тему моего обращения, правильно, в видео, к руководству вашего полка. Ну, про твои видео, про наш полк, Поясняю. Если что-то вдруг не ясно по этому видео, пояснить нужно или что? Ну, сперва скажи, почему ты оскорблял людей, которых ты считаешь читером, но ты не знаешь точно, что они читеры. Когда задать, тогда можешь сколько хочешь оскорблять. Но по... Во-первых, ничего не доказано, это раз. Во-вторых, ну почему ты так позволяешь себе оскорблять человека при всех, хотя ничего не доказано, понимаешь? Он лично жаждет с тобой поговорить. Правда, его сейчас нет, он пропал куда-то. Это кто? Сокол. Сокол хочет с вами поговорить, пропал куда-то. Но он читерил, это всем ясно, это всем видно, это Слушай, всем понятно. если он читерил, вот недавно вышел список, да? Список вышел, Давай не который будем, ребят, оскорбляет это некоторые. сейчас все, это будет дебильная головомойка. Вы сейчас будете тут говорить, его не забанили, он не читер. Ну, Ребят, его не было в если я списке. сомневаюсь в том, что игрок читер, я пишу подозрение на запрещенные модификации. Если игрок чистый, я вообще просто отмечаю себя в табличке зелененьким и все. Если Слушай, игрок читерит, то напомню, он ты читерит. Дракула, про скажи, Сокола. почему-то я на тебя видео не сделал, да, там ничего не Потому выпустил. что я играю нормально. О, видишь? И да, я понимаю, что ты хочешь объяснить, типа, что ты А почему ты тот, себе кто позволил играет честно, оскорбление в кто мою играет. сторону в этом бою? Для чего ты? Для Я чего? позволю, потому что ты оскорбляешь всех, блядь, которые... Прости за мат. Ты оскорбляешь всех, которые попадают тебе в видос. Хотя ты 100% не знаешь, что они читеры и Смотри, что еще за раз люди, они в реальной поясняю жизни. свои действия, свои поступки. Поясняю. Те игроки, которые используют, по моему мнению, используют запрещенные модификации, они, мало того, что они оскорбляют меня и оскорбляют тех игроков, которые влаживают в эту игру деньги, которые играют честно. И кроме этого, они еще и потом в комментариях смеются, там издеваются. Я считаю, что это быть этого не должно. И я считаю, что эти люди очень плохие, и я прямо выражаю свое мнение. Я тоже так считаю, но я же не уверен на 100%, что данный человек читер. Я уверен Я на не сто выражаю. процентов. Я уверен на Ты сто процентов. уверен? Я уверен, я вижу прекрасно, это не только я вижу, я прекрасно вижу. У меня есть люди, которые меня страхуют и посматривают, допустим, если где-то у меня Слушай, есть сомнения. хорошо. То же самое я могу сказать про тебя и про всех в этой игре, что вы для меня читеры, вы для меня все пидорасы. Так пойдет? Драго, ты сейчас какие-то глупости говоришь. В смысле глупость? Ты просто... Глупости? Ну Глупости? да, ты Ну ты записан взрослый там один человек. бой взял. Не, подожди. Ты Ты взрослый взял человек один вроде бы, бой, да? Ну... мне 15. У тебя микрофон у тебя зашкаливает, тебя немножко слышно непонятно. У тебя 15 лет, у тебя, я не знаю, какие-то глупые мысли в голове. Сколько Рамзесу лет? 15. 19? Да. Просто Нет, сейчас почему-то какие Дракула мысли? сейчас много очень говорит. Да, потому что у меня Я так есть понял, ребят, я много так что понял, вы сказать. оправдываете действия Дракулы, которые он Нет, подожди, боюсь. я к этой теме еще вернемся, хорошо? А, Это еще там вернемся к этой есть. теме. Да, Ты просто микрофон. У тебя я так про микрофон. тему, что ты Сделай тише. оскорбляешь людей. Дракула, сделай микрофончик свой тише, пожалуйста. У тебя он так Сейчас. сильно зашкаливает, Там что. можно уменьшить, насколько я знаю. Не, у него просто он сильно зашкаливает, и его уменьшить уже невозможно. Просто у него Так уже он. хорошо? Да, сейчас лучше. Слушай, я сейчас хочу задать тебе вопрос, зачем ты оскорбляешь этих человек, да, которых ты считаешь читерами?
Ведь они я же тебе еще раз объяснил. Я тебе еще раз объяснил, что. Смотри, эти... ты говоришь, он убил его через кусты, да? Но там может быть 100 факторов, почему он через это убил. Там был засвет, он рандомно попал. И таких моментов бывает, ну, в твоем видео, там 2-3 раза, да, максимум. И как бы 2-3 раза это может и вести, это не повод, чтобы его забанить за такое. Я вот поражаюсь, все так же, все одно и то же. Я сейчас прихожу и пытаюсь... Ребят, я сюда пришел не для того, чтобы вам доказывать, что он читер там или не читер. Я показал это все на видео, если вам не ясно, это ваши проблемы. Если вы хотите держать его в своем полку, держите, это ваша репутация, ребят. Я в своих видео показываю читеров для чего? Для того, чтобы люди видели, что, ага, вот он читер, этого игрока нельзя брать в полк. А то уже ваши проблемы, можете брать его, можете не брать его. Вот Дракула поступил каким образом? Играем мы в рандоме. Дракула начинает писать в чат всякие гадости, глупости в мою сторону. Да. Я внимания не обращаю. Потому что ты Дракула, дай мне поговорить, Дракула. Я тебя оскорбляю. Дай мне поговорить, ты... Дракула. Дай, расскажу, а ты послушай. И все остальные пусть послушают. Мы играли, и Дракула начал писать оскорбления в мою сторону. Раз написал, два написал. Я не обращаю внимания. В итоге дошло до того, что он начал писал, потом взял самолет и уничтожил мою технику. Для чего ты это сделал, скажи? Потому что ты оскорблял наш полк, начнем с того, что необоснованно. А, необоснованно, ребята, ваш полк? Да. А что я необоснованно сделал? Показал, что у вас читеры? Ну, игроков, которые в нашем полку. Да они читеры, ребята, они читеры. Ну, допустим, блядь, один из них читер, да? За меня один читер, там все читеры, все. Ребят, все, которые я показал, все читеры. Для образа одного возьмем. Он в нашем полку, и он реально читер. А ты весь полк оскорбляешь, что, смотрите, командир, да, он взял... Это свой полк читер. Ребят, я вам сказал, что у вас читер один, второй. Вы от них не избавляетесь. А как это можно понять еще по-другому? Не, мне Александр Лок. Сейчас у вас третий появился читер еще. Нет, он еще у вас в полку, нет? С ним разобрались, с Александром Волковым. Он признался, что он раньше читерил. И мы сразу же его исключили из полка. А про Сокола и кого там, Макс Лайф, да? Mm-hmm. Мы его повторно смотрели. Ну там, да, было спорных моментов, ну, может быть, 5-6. Но в остальном все можно объяснить. Все можно объяснить, ребят, хорошо. Видео, значит, еще завтра будет видео, еще видеоролик по вашему полку. И там будете объяснять, значит, дальше. Ребят, я понял вашу позицию. Я вашу позицию понял. Я свою позицию рассказал. Поэтому, ребят, спасибо вам за внимание, за поддержку и за понимание. Сними про меня видос. Все, ребят, пока. До новых встреч. Сними про меня. Привет, ребят. Продолжим смотреть мы сегодня за игроком из полка Egoist, ником MaxLife. Игрок этот, вот он играет в паре с игроком из полка Сара. Игрок этот читер. В прошлом бою это было, в прошлом видео это все было видно. Но этот игрок решил написать в комментариях под видео вот такую фразу, обращаясь ко мне: попробуй поставить другие настройки графики, желательно средние, и тебе сразу же будет видно и леопарда, и чифтейна, да и леопард тем более, который в кустах стоял, был виден выхлоп от бегла. Да, я соглашусь, на прошлом видео я читерил, но блин, это не значит, что я продолжу читерить. По возможности могу отправить тебе повтор с этим боем, но не факт, что он есть, так как я мог ударить его. Тогда, думаю, ты сможешь оценить рассинхрон повторов, а насчет того, что я в дом стрелял, там БМП баллистика, как у арты, поэтому ее эффективно накидывать за дома. Охереть, блядь. Красавчик, ты такое, блядь, уже пишешь, блядь, я не знаю. Рассинхрон, кто вам такое сказал? Какой рассинхрон, блядь, дебилы? Какой рассинхрон? Да вы читерите, суки, бессовестные, блядь. Ай-яй-яй, и ты нам тут втираешь, что ты честный, блядь, игрок. Да ты пидор, пидор. Так вот. Да, из боя я просто раз выкинула. Тут будет два. На чем я там остановился? То, что ты пидор, да, и дарюга ты еще тот. Сейчас мы это посмотрим.
Не умеете вы играть честно, не умеете. Все, обманываете всех. Ох. Рукожопые, ракообразные. Эй-эй-эй, рукожопики, рукожопики. Ускоряемся, ускоряемся. Теперь сейчас мы притормаживаем, и он у нас едет уже. Леопард, на который ты сейчас будешь смотреть. О! И поехали! Откуда мы знаем, что там едет леопард? Вот ты нам расскажи, на какой графике ты там его увидишь? Ладно, леопарда только не будем, да, или будем? Ускоримся. Эх. И раз такой сразу дошел танчик. Оп. Тебе даже времени не нужно посмотреть, чужой это или свой. Опа. Ну. Ты прям стрелок, блядь, ворошиловский. Тай поезжает 74-й, ты тоже его тогда, у тебя нюк на него, блядь. Тебе его графика показала, блядь, что еще там тебе подсказал? 4К монитор, блядь, тайминги. Ты убить не можешь, блядь, танк, сука. Пизды как навалит, блядь. Ай, блядь. Получил, сука. Да выёживался. Давай дубль два, блядь. Надо мстить. Ты ж видишь танк этот, видишь. О. Да, когда он появился, теперь ты начал его смотреть. Молодец. Как ты прицеливаешься быстро. Что там чат пишет, а? Вот и дурачок, бля. Взял своего грохнул. Вот тут танк видишь. Там тоже не отвечают они друг друга, потому что рукожопые дебилы.
прыжок дебил, блядь. Его свой грохнул, блядь. От фонаря. Ну смешно, блядь. Красавчик. Такой же школьник малолетний, блядь. Понятно. Посмотримся, ага, чтобы сзади никто не засандалил, да? Эх. Ну давай, кого встречать будем первого? Того леопарда? Да? У тебя чуйка на них? А, ты еще в чат там пишешь. Он просто по мне стрелял, а я подумал, что это гепард. Охереть, ты дебил, что ты, блядь, пиздишь? Он с тобой вместе с респауном выехал, блядь. Ты подумал, блядь. Ты обманываешь, блядь, сразу на ходу. Ты балабол, блядь. Ты малолетний школьный балабол. Про тебя еще видео снимать, блядь. Банить тебе надо просто и все, блядь. Всем все понятно, кто ты. Я не знаю, как тебя вообще там пол приняли, Гоис. На тебе, сука, в жопу, блядь. Огурчика. Следующий бой. Следующий бой с участием нашего читера из полка Игоис с ником MaxLife. Режим СБ. И вот смотрим, он уже на Магача едет, небось, да? Едет на Магача. Откуда ты знаешь, что там стоит Магач? Или Магах, как правильно называется он? Ну ты знаешь. Потому что ты читер. Еще и пиздливый читер. Вот тут ты встречаешь танк, да? Оп. Да нет, таких банить надо сразу, бля. Пойди. Теперь следующий, мага, следующий. Стрельбе готово! Куда б ему стрельнуть, сука, весь в броне, да? Так, дальше твои действия. Вот едет у нас М-47. Немецкий. И мы уже его ждем. Он заехал на горку слева. И мы знаем о нем. И уже на него посматриваем. Глядим. Едем к нему. Вот он. А он о нас не знает. А зато мы знаем о нем. И работаем по нему. Тут бы я навалял бы сейчас. Получил, блядь. Ругажок. Все, дублера берем. Едем далее. Я не знаю, полк Игоис, как вы принимаете к себе игроков? Вообще, как принимают к себе игроков? Допустим, я смотрю на его статистику по Тандерскиллу. Затем бой с собой беру. Как вы принимаете, я не знаю. Вы можете зайти на мой канал и ник вставить в поиске, в строчке поиска на моем канале и увидеть, если попадался такой игрок в разработку, вы сразу увидите, можете посмотреть о нем видео и понять, что это за игрок. Вот наш игрок сразу же опять едет бить противника. Оп. Ну тут ладно, видно леопарда было. Фикошет, блядь. На тебе в пачку, дай ему, блядь, леопард. Там еще Магах стоит. Вот он тебе двинул бы.
Артур, кики для него. Да? Ай-яй-яй. А могли перейти в жопу насовать. Огурчиков. Двигается далее. Делает вид, что осматривается. По сторонам такой. Смотрит. Леопарда уже видит. Он видит леопарда. Вот скажи, какие настройки графики ты там его видишь, блядь? Да ты пидор, сука, пидор! А играете вы с читами, потому что не умеете играть без них. Потому что вы рукожопые. Рукожопые, головоногие, кутырки. И вы можете что угодно объяснять. Почему вы используете читы? Потому что РПУ вам мешает или что-то еще там, блядь. А вас все равно дрючат, блядь, ребята без читов. Дрючат. Фу, блядь. Ё-моё, блядь. Вообще, блядь, в упор подъехал, убить не можешь.